Чувашии стартовала акция «День открытых дверей». Сегодня и завтра все налоговые службы будут открыты для посетителей. Жители республики смогут не только повысить свою налоговую грамотность, но и узнать о порядке декларирования доходов и о том, как получить полагающиеся налоговые вычеты. Теорию сразу можно будет закрепить практикой. Компьютер с доступом к сервисам Федеральной налоговой службы позволит оформить всю необходимую документацию, а также создать личный кабинет налогоплательщика. А это возможность всегда быть в курсе задолженности по налогам и переплатам. Также можно будет получать и распечатывать налоговые уведомления, квитанции, заполнять декларацию по НДФЛ и направлять ее в налоговые органы. В прошлом году в Чувашии на приглашение налоговой службы откликнулись около 3000 налогоплательщиков, от которых принято 2000 деклараций по налогу на доходы физических лиц. На период акции во всех инспекциях Чувашии введен особый график приема завтра с 10 до 15 часов.